В Днепре напали на инкассаторов. Они как раз собирали выручку в торговых точках, когда к ним внезапно подъехала машина с номерами «Свадьба». Из нее выскочили двое грабителей. Угрожая пистолетом, они отобрали 500 000 гривен и скрылись с места преступления. Инкассаторы попытались их догнать, но столкнулись с другой машиной. Сейчас в городе объявлен план перехвата.